Эта арка ведет к водопадам. Эта арка ведет в висячие сады. Женевьева, вы с Твайлой найдете флакон? И мы спасем папу силой нашей любви к музыке. Спасем отца с помощью наших танцев. Найди флакон. Мы вернемся домой и прогоним злую Равену. Эта арка ведет в королевский парк. Это королевский парк. Твайла убежала вперед. Она будет ждать тебя в конце дорожки. Быть может, она уже нашла принцессу? Води Женевьеву по дорожкам с помощью клавиш стрелок и помогай ей прыгать с помощью пробела. Дорожки заканчиваются воротами с головоломками. Собирай ключи, открывающие ворота. Если тебе потребуется помощь, щелкни по серебряной чаше в правом верхнем углу. Спеши собрать все талисманы! Они понадобятся нам после того, как мы спасем отца от злой Равены. Собирай скорее кристаллы! Твайла уже за воротами. Попробуем отыскать ее. Береги талисманы! Береги талисманы! Пойдем прямо по дорожке и наверняка встретим принцессу. Пойдем прямо по дорожке и наверняка встретим принцессу. Поторопимся, нам нужно найти флакон с лекарством. Здесь выход в павильон. Эта арка ведет в королевский парк. Осмотрим парк. Может быть, мы найдем Твайлу и принцесс? Если Женевьева уже встретила сестру на одной дорожке, попробуй пойти в другую сторону. Если тебе потребуется помощь, щелкни по серебряной чаше в правом верхнем углу. Твайла уже за воротами. Попробуем отыскать ее. Поторопимся. Нам нужно найти флакон с лекарством. Золотой ключик. Интересно, что он отпирает? Золотой ключик. Интересно, что он отпирает? Появляется ли она? Значит, рядом обезьяна. Не уступят талисманы. Ой, нам нужен серебряный ключик. Бери талисман. Серебряный ключик, он нам пригодится. Здесь игра «Праздник огней». Будем искать. Флакон где-то в этих краях. Ничего, постараемся.
Здесь игра «Праздник огней». Поторопимся. Нам нужно найти флакон с лекарством. Здесь выход в павильон. Эта арка ведет в королевский парк. Здесь выход в павильон. Эта арка ведет в королевский парк. Идем в арку. Мы найдем флакон и спасем короля. Мы не можем вернуться домой без лекарства. Нужно пройти через арку и продолжить поиски. Здесь игра «Праздник фонтанов». Здесь выход в павильон, из которого можно пройти. Эта арка ведет к водопадам. Эта арка ведет в висячие сады. Это висячие сады. Твайла убежала вперед. Выбери одну из тропинок и попробуй найти ее или принцессу. Веди Женевьеву с помощью клавиш стрелок и пробела. Помоги ей преодолеть все препятствия. Не забывай собирать ключи. Они нужны, чтобы открывать ворота. Если тебе потребуется помощь, щелкни по серебряной чаше в правом верхнем углу. Надо как можно быстрее собирать талисманы. Они пригодятся нам в конце путешествия. Брут! Берите талисманы! Берите талисманы! Собирай талисманы! Брут уже рядом! Тут игра «Поймай радугу». Серебряный ключик, он нам пригодится. На этой карте отмечены все области игры. Здесь же указано, сколько у тебя талисманов. Водопад, центральный павильон. Водопады. Центральный павильон. Центральный павильон. Королевский парк. Висячие сады. Как на ладони. Здесь очень красиво. Вращающееся колесо. Придется по нему пройти. Нужно найти флакон. Идем. Нужно найти флакон. Идем. Здесь
платформы вращаются. Не отрывай глаз от противоположного берега. Ура! Оказывается, это весело! Ой-ой, тут Брут! Я его чую! Почти, давай еще раз! Собирай талисманы! Брут уже рядом! Где-то в этих краях. Ой, талисманы собирай и врагу не уступай! Справляется ли она? Значит, не сдавайся, у нас все получится. Мы вот-вот найдем флакон. Над этой задачкой нужно поломать голову. Тут Брут! Брут тут! Поторопимся. Нам нужно найти флакон с лекарством. Брут! Береги талисманы! Береги талисманы! Лиана, значит, рядом обезьяна! Не уступим талисманы! Умница! Вот это ступеньки! А, знакомый знак! Вдруг там принцесса? Чтобы отыскать принцессу, нужно найти ее камень. Думаю, нам предстоит забраться на самую вершину радуги. Попробуем? Чтобы продолжить поиски, вам, Женевьевой, нужно собрать все цвета радуги. Управляй облачком так, чтобы оно не касалось туч. Если облако задевает тучи, оно начинает расти, и управлять им становится сложнее. Тебе нужно собрать все цвета радуги. Удачи! У тебя верная рука. Скоро мы окажемся на вершине радуги. Ой, мы задели тучку. Ничего, мы еще можем собрать радугу. Продолжай, радуга уже близко. Умничка, все правильно, так держать. Здорово! Скоро мы будем на вершине радуги! У тебя верная рука. Скоро мы окажемся на вершине радуги. Мы собрали все цвета радуги. А вдруг флакон на ее вершине? Делия, ты нашла хрустальный флакон с волшебной водой. Я все обыскала, сестрица, но флакон так и не нашла. Мы с Дереком и Твайлой нашли волшебную флейту. Отправимся в павильон, чтобы Дерек заколдовал твои туфельки. Нужно готовиться к возвращению домой. Мои туфельки испорчены, сестрица. Что же делать? Мы вернем им красоту с помощью твоего камня. Попробуем? Хорошо, Женевьева, давай попробуем. Нужно вернуться домой. Чтобы вернуть принцессу в центральный павильон, выбери подходящий ей камень. Просто щелкни по камню и перенеси его к портрету принцессы. Щелкни по брошке
и посмотри, подойдет камень или нет.